самый главный результат сегодня. Теперь надо продолжить. В Лаве не держали похожесть игры с Лестером домашним, когда тоже 2-0 достаточно уверенно вели, и потом вот пропустили в концовке и посыпались в фонтане. Сегодня нечто подобное было. Но мы понимали, что тяжело будет в конце, самое главное не пропустить, не допустить таких. Спасибо игры. Тебе, вам низкий поклон. Скажи, пожалуйста, Георгий там остался? Не знаю, он уже уехал. Уехал, да? С той стороны, что тренер говорил в перерыве, как вообще вот вы сами настраивались на второй тайм? Ну, он как раз сказал то, что сейчас надо будет внимательно выходить на второй тайм сверх, ну, также продолжать играть. Ну, мы осознавали, что будет тяжелее, и они уже будут намного, наверное, более обостряющий футбол играть. Вот, но самое главное, выстояли и победили сегодня. Ну, ты, конечно, просили повнимательно, 30 минут Спартак реально потерял мяч, только оборонялся. Да, ну, это, наверное, это не знаю, как это объяснить, это... Ну, счет 2-0, и думаю, что сейчас самое главное удержать счет, потому что тяжело все равно физически было. Но я повторюсь, что самое главное, что положительный результат добились. Первое место в группе, как это оценивается? Ну, в промежуточной. Ну, конечно, приятно, то, что я говорю, но сейчас самое главное выйти из группы и дальше бороться как бы, за призовые места, стараться все равно же по максимуму. Вот, и продолжить, ну, теперь надо это переносить этот успех в российскую премьер-лигу. Там... Смотри, вчера Володя Быстров ругал Симака Зенит за то, что они играли в трусы. Я не смотрел. Нет, я про другое. То есть он ругал Зенит за то, что играли в трусы в угол. Сегодня Спартак играл действительно смело. Аккуратно ноги. Ну, не знаю сейчас. Ну, все равно уже разные команды. Если похвалить нас, это будет хорошо. В Варшаве будет сложный матч. Там нас, наверное, вчера перестроят. Какой настоящий Спартак? Настоящий Спартак? Ну, тот, который побеждает всегда везде. Вот. Ну, я говорю, просто сейчас для нас самое главное перенести это в российский премьер-лигу. Следующий матч жизни будет, матч года? Я думаю, возможно, да. Потому что решающая игра. Погода как-то помогла вам сегодня? Да нет, все в одинаковых условиях были. Слушай, Руслан, на трибуне общались, вот ты получил на желтую карточку. 80 метров от своих ворот, вот это еще молодость, горячность. Да, ну, старался как-то все равно остановить, не знаю, судья посчитал, что это фол на желтый, хотя потом были моменты, когда вполне мог другим людям тоже желтый давать.